Выступление творческих коллективов музыкальной группы «Провокации», «Всебелорусская акция», «Споем гимн вместе». Завершение яркие фейерверки, дискотека и радио «Брест». Трое лучших диджеев вышли на главную сцену, чтобы подарить городу незабываемые эмоции. Радио «Брест» уже здесь, они уже среди вас! Мы рядом, а мы рядом! Не слышала! Настроение на дискотеке «Радио «Брест»» задавали очаровательно Ольга Меречко и зажигательный Алексей Лихович. За диджейским пультом ответственный Андрей Пятин. В этот вечер он подобрал для зрителя самые популярные композиции. Заводить толпу получается очень легко, потому что ребята на драйве, ребята поддерживают, ребята понимают. И мы надеемся, что сегодняшняя дискотека запомнится всем надолго. И мы обязательно проедем по всем городам Беларуси, чтобы все знали, на что способны «Радио «Брест». А чтобы впечатления отдыхающих были еще ярче, на дискотеке организовали конкурсы. Генеральный партнер – открытое акционерное общество «Птицефабрика Дружба». Сделал приятный сюрприз, подарив участникам свои фирменные подарки. Дружба победила, дружба всех наградила. Дискотека «Радио «Брест» в Барановичах» проходит не впервые. И атмосфера, которую создали в очередной раз диджеи, действительно искрометная. Ребята раскачали город так, завтра рабочий день, мне даже сложно представить, как мы все уснем, потому что настроение прекрасное, радостное, праздничное. Огромное спасибо еще с ребята из «Бреста». Мощь музыкального драйва и популярные ритмы, которые подарили городу лучшие диджеи «Бреста», не оставляли шанса на спокойный вечер. Мозги переполняют, вообще круто, да, поэтому надо же планы грандиозные. Дискотека просто класс, «Радио «Брест» крутые, мы второй раз уже на празднике, ты в участии, на Дне молодежи тоже отдыхали, крутые парни. Просто невероятное ощущение находиться здесь и сейчас, спасибо. В День независимости благодаря дискотеке «Радио «Брест» жители Барановичи натурально ушли в отрыв. Музыка нон-стоп, конкурсы и подарки. Диджеи задали тон, молодежь смогла почувствовать свою причастность к главному празднику страны. Валерия Гальперина, Николай Русский, телерадиокомпания «Брест».